Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Doom Bat. И вы помните, да, в прошлый раз мы закончили с вами уровни все в космосе. Так, ну что же, давайте посмотрим. Так, у нас вот здесь не пройдено два этапа, поэтому я думаю, что мы начнем именно с них. Как говорится, пройдем, и чтобы больше не прикасаться к этой карте. Так, давай возьмем, наверное, шипы, возьмем гарпун, возьмем ловушку. Генератор. Ребят, на самом деле я не помню, кто здесь и что. Поэтому первый наш заходик может быть такой. Так себе сказать, по заходочке. Так, давай-ка мы, наверное, возьмем с вами миньонов. Вот этих вот, пехотинцев. Чего-то нам еще не хватает. Заморозки, наверное, да? Ладно, возьмем с вами заморозку и... Ну, давайте возьмем, наверное, вот эту вот пушку. Или все-таки вот этот. Ладно, давайте возьмем токсический люк. Попробуем как-нибудь. Во-первых, надо посмотреть, вспомнить, освежить, как говорится, память, ребят. Ага, они, значит, будут идти сверху, да? Сверху вниз. Так получается, да? Сверху вниз. Ладно, тогда начнем, ребята, с вами потихонечку. Куда нам влепить? Вот сюда, что ли, поставим, наверное, да? Один. Так, два гарпуна на обстреле будут здесь у нас. Сюда, наверное, мы вот так вот сделаем еще. Они будут перепрыгивать. Перепрыгивать они будут, естественно, вот сюда. Вот к этому входу, да? К этому входу. Значит, что? Значит, вот так вот нам все это как-то придется делать. И вот сюда мы поставим с вами двух миньончиков. Так, сюда, естественно, нам нужны шипы. Так, миньоны, вы будете что-нибудь делать там или нет? Что-то не то, ребята. Как-то... Как-то не тот эффект, что я ожидал на самом деле. Оу! Они уже здесь. Ребята, они уже прошли. Блин, мне нужны миньоны на самом деле здесь. Хотя бы, как минимум. Что-то там у нас, короче, не справляется, по ходу дела, ребята наши, да? Так, 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 смотри, смотри, что происходит. Давай еще поставим сюда миньонов. А этот генератор мне тут разбомбил, гаденыш. Так, тут пока все хорошо. Вот сюда надо, наверное, ребята, нам один гарпун еще влепить. Да? Что скажете? Я думаю, что да, надо сюда гарпун еще влепить. Полюбаську. Вот так вот пускай стоит. Кстати, вот сюда тоже не помешало бы. Сейчас мы, ребят, с вами это все дело сделаем. Вот на одних гарпунах будем тут выживать. Так, принцесса у нас стоит здесь внизу. Значит, слушай, я надеюсь, здесь не будет супермена у нас никакого. Насчет супермена не знаю, но я вижу, что здесь идет уже... Опа! Опа, пули. До свидули. Так, эти охламоны идут. Твою же маковку. Сейчас будет жарко, наверное, ребят, здесь, скорее всего. Давай вот сюда еще поставим, наверное, гарпун. Так, а тут у нас по оборонке что? У нас по оборонке здесь кисловато. Может быть, нам сюда поставить... Погоди-ка. Давай вот так вот влепим. Зря я, конечно, поставил. Не вовремя, блин. Они же сейчас здесь появятся. Они уже здесь, ребятули. Естественно, они заходят в проход и сейчас... Ладно, хорошо, мы попробуем вот здесь хоть как-нибудь с вами поотбиваться. Ты смотри, получилось у нас, ребят. Мы отбились здесь. И вот это меня уже радует, на самом деле. Тут опять генератор забомбили, гады, а? Я его опять поставлю на место. Нет тут никакого супермена. А то ведь может же прилететь, гаденыш. Так, давайте вот сюда поставим щупальцы, на всякий случай. Так, что еще ниже этажом, да? Понятно, еще ниже этажом, ребята, нас перемещают. Давай вот сюда щупальцу влепим, на всякий случай. И давай шипами вот этот пол весь просто облепим шипами. Что такое? Ага, ребята, а вот оказывается Супермен здесь. Блин, он все ловушки меня разносит, гаденыш. Хе-хе-хей. Ах, ломонище ушастое, подбили мы его. Так, ну здесь очень много рыцарей бежит, смотри-ка. Так, я что-нибудь могу здесь влепить? Где-нибудь что-нибудь? Хоть как-нибудь. Так, они сейчас вот здесь появятся, да? Давай вот так вот мы... Опа, а внизу-то что-то я как-то, ребята, и не увидел, что здесь тоже есть враг. Ладно, давай отбиваться. По полной программе здесь. Блин, там еще и стрелок идет у нас. Там еще и стрелок был, мы его подбили уже.
Я полностью здесь, ребята, обставлю пол и поставлю вот один генератор. Что, финальная волна? Да, ребят, финальная волна. Так, ну что, верхние этажи вроде более-менее, ребята, у нас прикрыты, да? Нам остается здесь вот только защиту ставить. Защиту, оборону. Так, здесь у нас все капает, все шмакает. Давай вот так вот поставим сюда генератор. Вот плохо, что он, конечно, там вышел. Мне это вообще, ребята, честно говоря, не с руки. Вообще не с руки, если честно. Так, гарпуны бомбят. Смотри, вот это хорошо, ребят. Смотрите, они просто его застреливают со всех щелей. Откуда только можно. То есть у него очень мало шансов на выживание здесь. Я еще могу? Могу вот сюда поставить, да? Токсичную ловушку. Ты посмотри, как он, ребят, крепкий. А что это там не наверху? Ах, Супермен уже тут развлекается, да? Да, ребята, собственной персоной. А я все равно буду обратно их ставить. Наши эти ловушечки. Так, и нам нужно еще, ребята, вот сюда. Он здесь уничтожил? Да, он здесь уничтожил. Поставим обратно. Так, гарпуны, гарпуны, гарпуны. Расстреливайте этого Супермена. Ядрени фени. Подбили, молодцы. Ага, вот теперь только лишь финальная волна. Ху-ху-ху, вот тебе ху-ху-ху, ребята, вот тебе и да. Так, что-то мне не нравится вот эта вся затея. Давай, наверное, вот сюда поставим миньонов. И там я все-таки должен, ребята, вернуть вот эту вот ловушку капельную. Вот здесь вот, и вот здесь она у меня стояла, да? Ну где, давай! Так, одна вот здесь была, по-моему, если не ошибаюсь, а я не ошибаюсь. И вторая вот здесь у нас была. Сейчас попробуем, главное успеть. Опачки, а это как это вот тут оказались? Как это вот так быстро здесь очутились? Для меня это что-то какой-то парадокс на самом деле. Так, и вот сюда, ребята, да? Мы ставили в тот раз с вами. Хорошо, пускай они будут стоять здесь. Чего-то еще нам не хватает здесь, ребят. Чего-то нам здесь не хватает. А вот чего не могу пока понять. Так, вот этот вот этаж мы с вами тоже заблокируем им. Так, миньонов я здесь больше выставить не могу. Так, пускай здесь постоят, если что. И вот сюда поставим, да? Щупальца. Слушай, по-моему, это, ребят, последний охламон. Мы его сейчас подобьем. И, в принципе, этот этап у нас будет пройден. Должно быть так. Ну куда ты бежишь? Ну куда ты бежишь? Никаких шансов у тебя нету. Да, ребята, мы с вами отстояли здесь. Все по полной программе. Сколько нам дадут денег? Давайте посмотрим. 1500 монет. Это значит, что я смогу прокачать себе полностью токсичный люк. Наверное, да? Ну-ка, давайте, ребят, посмотрим. А, он у меня прокачан. Тогда давайте вот эту вот пушку. Вы, многие ребята просили ее взять в бой. И я думаю, что мы ее возьмем в бой. Посмотрим, ребята. Также возьмем вот эту вот штуку. Главное не лопухнуться. Так, возьмем гарпун. Возьмем, я не знаю, заморозку. Давай возьмем все-таки, да? И щупальца кентакли. Так, по миньонам у нас что? По миньонам у нас только стрелки, в принципе, участвуют. И, наверное, возьмем шипы. Так, шипы с токсичной ловушкой. Нет, нам нужны генераторы. Какой нам смысл, да? Токсичной фигни. Если так, ну что, ребята, давайте еще разочек попробуем. Короче, все дело в конниках, да? Которые там бегут, которые нам очень сильно мешают. Я не знаю, как им здесь противостоять. Вообще, как вообще возможно здесь этим олухам противостоять? Они идут сверху, ребята. Они идут сверху и просто пробираются через все, что я здесь устанавливаю. Понимаете, не хватает мне силы, чтобы их отбить. Поэтому будем как-то вот справляться, пытаться что-то сделать. Не знаю, что из этого получится, но другого варианта нету просто-напросто. Поставим сюда вот, например, гарпуны, да? Вот они вот так идут. И если только здесь все вот обкладывать просто щупальцами. Просто вот весь вот этот ряд обложить щупальцами. Может быть, в этом случае, может быть, у нас что-то и получится. Но, опять же, не факт. Потому что, видите, они откуда идут. Так, они, например, сейчас здесь спрыгнут. А они спрыгнут, ребята. Естественно, здесь мы вставляем миньонов. Естественно, здесь нужны шипы. Про них я почему-то забыл. Так, давай еще миньонов. И вот, ребят, смотрите, видите, идут уже конники. То есть у меня очень мало времени на то, чтобы здесь просто отбиться от них.
Давай попробуем вот так заморозку еще влепить. Может быть, хоть как-то нас спасет. Их здесь три. Три этих ребята конника. Гарпуны, естественно, здесь мало чем нам вообще могут помочь. Есть, хотя бы одного подбили. Уже плюс. Ребята, уже плюс. Плюс я вставляю еще миньона. А здесь еще их двое, да? Плюс рыцари тут бегут. Ладно, посмотрим, ребят. О, ракета выпала мне. Слушай, ну ракета, если выпала, это уже хорошо, ребят. Неужели мы с вами здесь отбились? Мы смогли отбиться от этих олухов, ладно. Опять же, ребята, это еще только начало. Это еще разогревчик, можно даже так это назвать. Выставляем ребят сюда, наверное, да? Так, принцесса у нас внизу, соответственно, вы помните, откуда они попрут. Они попрут вот с этих вот ворот. Поэтому здесь мы полностью с вами делаем оборонку. И как можно больше миньонов. Просто все должно... Да ладно. Ты что, серьезно, что ли? Прямо вот отсюда вы начинаете? Офигеть. Просто офигеть, я вам скажу, ребят. Такое начало, да? Выходного дня, блин. Ну, естественно, как же тут, ребят, без Супермена, блин? Без Супермена тут, блин, никак. Мы его отдуплили. Так, давайте вот здесь вот тоже, ребята, выставлять в конце концов оборонку. Вот он идет сюда. Сейчас он отсюда попрет. Поэтому нам нужны миньоны. Миньоны вот сюда, ребята, их нужно много здесь. Так, я забираю всю эту, как говорится, энергию, которая у нас только здесь накапливается, успевает. Так, Супермен погиб. Ладушки. Давайте вот сюда еще поставим щупальцу с вами. И вот сюда, наверное, нам надо... Или вот сюда. Вот сюда, наверное, поставим люк. У меня миньонов наверху не осталось. Ёлки-палки, я думаю, все проблема. Сейчас выставим, ребята. Сейчас все будет хорошо. Давай еще выставим. И можно вот сюда, ребят, поставить шипы. Кстати, сюда вот... Сюда вот нам нужно что? Щупальцу. Да, ребят, сюда нужно еще щупальцу поставить. И вот сюда бы, наверное, конечно, бы не помешала бы вот эта вот капельная ловушка токсичная. Как-то вот так вот все должно выходить у нас. Ладушки. Давай сюда поставим шипы с вами на всякий случай. Мало ли нам пригодятся они. Так, мы еще ниже, да, с вами переместились? Да, мы еще ниже с вами, ребят, спустились, поэтому... это еще не конец волны. Да, далеко не конец, ребят. Так, давай выставлять вот сюда вот все эти ловушки. Ловушки-погремушки. Сюда нам нужны заморозки. Как можно больше. Так, пускай на него там капает все это. Это мы собираем. Энергию, ребята, энергию собираем. Так, и вот выставлять будем сюда ловушки. Потому что вы видите, они уже оттуда начинают идти. Что, я не имею права еще? А, не имею права миньонов поставить. Понятно, перебор типа, да? Фу, слушай, ну кажется, у нас должно здесь получиться. Я в это надеюсь и верю. Давай вот сюда поставим еще. Потом токсичную лепим. Так, мы с вами ниже еще спускаемся, да? Этажом. Так, энергия у нас идет, приход. Очень даже неплохой, это хорошо, ребят, для нас. Так, и смотрите, что у нас тут интересного. Нам нужно, ребята, вот здесь вот ставить полную оборону, потому что стопудово попрут. Я надеюсь, внизу никакого подкопа не будет, а? Ребята, а то будет жесть. Если вдруг нас с вами просто подколят здесь. Они же ведь такие, эти хламоны. Все время... Где? Что? Да ладно! Уже! Ребята, уже прут! Так, хорошо, давай миньонов выставим. Щупальца, она нам здесь особо сильно не поможет, я думаю, да? Если что, есть ракетный залп. Если что, ребята, еще раз повторю. Так, давай поставим гарпун. Ползут, ползут рыцари. Так, сюда мы поставим заморозку. Может быть, сработает она. По крайней мере, она их должна замедлить. Так, что нам еще? Давай сюда щупальцу влепим, на всякий случай, ребят. Этого мы подбили. Наверху тоже подбили, отлично. Так, этот тоже, по идее, не должен пройти. Гарпунчики, обязательно гарпуны. Гарпуны и миньоны. Миньоны должны быть еще внизу у нас, на самом нижнем этаже. Потому что фиг его знает, что здесь будет.
Давай вот так вот сделаем. Вот сюда поставим генератор, наверное. Что там за... О, ребята, ракетная ловушка. Ракетный выстрел у нас здесь выпал из этого чувачка, и это круто. Так, финальная волна, ребята. Все, вот здесь надо быть предельно осторожным и предельно точным. Потому что это последняя волна, и вы прекрасно знаете, что они могут попереть вот отсюда вот. Так что давайте по-быстренькому оборону здесь выстроим. Человеческую, нормальную, да? Так, что там у нас? Тут все пока целенькое, энергии очень много. И это хорошо, что энергии, ребята, много. Естественно, собираем. Так, отлично. Давай дальше внизу здесь с вами все обделаем. Так, во-первых, вот сюда поставим еще гарпун. Внизу, естественно, все у нас будет в шипах, в ловушках, в гарпунах. Никак иначе. Щупальцы, давай-давай. Вот все здесь обложим просто этими щупальцами с вами. И миньоны тут должны быть. Как-то вот так. Надеюсь, это поможет нам, ребят, с вами. Ну, где там у нас кто? Вон там, смотри, какая заваруха вообще происходит. Только деньги собирай, да? Деньги да энергию. Естественно, ребят, все это забираем. Супермены там летят. Ну, далеко они тут не улетят, согласитесь. Потому что тут, ну, вообще жесть творится. Тут тяжело кому-то вообще будет пробиться. Через такой шквал вот этого всего. Так, внизу-то у нас что, все хорошо, все пучком. Давай, наверное, поставим сюда вот щупальцу. И, по идее, вот над этими воротами тоже не помешало бы поставить. Вот так. Ага, хорошо. И заморозку мы вот сюда поставим. Так, шипы я не могу сюда влепить. Хорошо, мы поставим еще миньонов с вами. Так, а здесь, что бы нам еще здесь влепить? Здесь, по-моему, уже больше мы ничего не можем, ребят, поставить. Да, тут по полной программе все улучшено. Так, сюда мы можем вот люки отравляющие и все. Все, ребята, мы с вами защитили замок. Фух. И теперь уже на этот раз все как раз идеально. 1500, опять же, мы получаем с вами денег. Ну что же, мы прошли абсолютно полностью, ребята, с вами здесь все, да? Это часть третья у нас была. То есть к ней мы больше с вами возвращаться не будем. Так, что здесь пройдено? Ага. А что у нас здесь, ребята? Я не помню, если честно. Ну, давайте посмотрим. 13-й у нас этап. Так, ну что же, возьмем, наверное, мы с вами все по стандарту. Многим, наверное, неинтересно, да? Такой мой стандарт. Но, ребята, он играбельный, по крайней мере, в данный момент. Ничего плохого в нем нету. И, конечно же, возьмем наших миньонов. Хм. Ну что, поехали, попробуем пройти этот этап. 13-й уровень. Так, ага, здесь узенькие, ребята, коридорчики, я посмотрю. Причем, блин, довольно высоко все это идет дело. Ха. Так, с чего начнем-то, даже не знаю. Ну, давай вот так вот, наверное, щупальцы, да, поставим, наверное, генератор сюда. Два гарпуна, как минимум, здесь должно быть у нас. Откуда там идут они? Так, понял, ребята, там стрелки. Там у нас стрелки прут. Блин, один генератор, того мало. Так, они ползут, гаденыши. Они, ребята, ползут. Так, по идее, вот сюда, наверное, лучше генератор влепить. Хотя я в этом не уверен, если честно. И вот сюда точно нам нужно влепить гарпун. Ну, почему так долго-то? Ё-парасоте, давай, гарпун, иди сюда. Так, а почему не стреляют мои гарпуны? По идее, они же должны до него доставать. Так ведь? По идее, да. Но они почему-то не бомбят, елки-палки. Так, ниндзя, успокойтесь. Куда вы, блин, прете? Твою же маковку, что тут происходит? Сейчас они сюда пройдут. Они сейчас пройдут туда, ребята, наверх. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Их тут трое, ты понимаешь? Трое. Это плюс эти инженеры там еще. Механики хреновы прут. Давай так, что ли, сделаем, я не знаю. Одного, двух подбили, ребята, уже. Трех. Фью, это просто какое-то чудо. Я не знаю, как у нас это получилось. Но результат налицо, и вы сами прекрасно это все видите. Так, нас поднимает выше, да, я это понимаю. Хорошо, предположим. Давай сюда поставим вот отравляющую.
Так, балкона нету, значит, где-то вот отсюда, скорее всего, попрут говнюки эти. Хм, генератор давай влепим. У нас вообще нет, оказывается, генераторов. Я думаю, где у нас манна-то, ё-моё. А маны-то и нету. Вот так вот, ребята. Вот так вот можно и лопухнуться. Так, что нам сделать? Давай еще один. Давай еще один генератор сюда влепим. Так, их травят. Им не нравится, они кашляют. Они кашляют. Так, два генератора. Так, сработало все, да? Давай вот сюда поставим еще, наверное, мы с вами щупальцу. И я вот думаю, что сюда вот надо вот так вот влепить отравляющий генератор, ребят, поставить. А эти-то что? А эти у нас и рады стараться разбирать. Ну, трави, 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 трави этого гаденыша. Поставим сюда генератор. Может, отвлечется? Нет, не отвлекается нисколечко, ребят, просто идет себе дальше, и все. Миньонов, мне не хватает, ребята, миньонов здесь. Все, подбили. Только не говорите, что... Да, еще выше нас, ребята, поднимают. Наши... И еще, к тому же, здесь уже будет основная, ребята, волна идти. Это плохо. Это будет плохо, потому что... Что... Вот так вот мы с вами сделаем. И опять же, со стрелков все это начинается, да? Опять же, со стрелков. Да будь они... Неладные. Так, у нас принцесса выше. Хорошо, ладно, предположим. Сможем отбиться, будет хорошо. Не сможем, то будет, ребят, фиаско. Причем это последняя у нас волна, я так понимаю, да? Да, ребят, это последняя волна. Мы подбили. Так, давай сюда, наверное, щупальцу вернем все-таки, которая у нас тут была. О-о-о-о-о, бегут, бегут, бегут. Неуклюже, да? Пешеходы по лужам. Слушай, а что здесь можно сделать? Давай поставим вот сюда щупальцу. Сюда шипы. Кстати, вот здесь надо еще две... Щупальца кентакли поставить. А где мы? Опять генераторы, да? Да, ребята, опять они мне уничтожили два генератора. Так, дохнут. Дохнут, как мухи. Фух, и теперь нам говорят, ребята, что финальная волна. Типа, готовься, парень. Балкона здесь нет, слава богу, поэтому должно быть все хорошо. Так, давай-ка я сюда опять же поставлю генератора, потому что мне они нужны. Я без энергии здесь ничего сделать абсолютно не смогу, ребят. Так, тут я все полностью облепил. Здесь тоже вот так вот надо будет облепить обязательно. Так, секунду. Ау, щит, ребят, Супермен. Супермен здесь у нас еще, собственно, ребят, персоны. А он, естественно, летит по короткому пути. Если что, ребята, будем с вами применять... ракетную атаку. Если до этого, конечно, дойдет дело. А до этого может дойти дело. Так, подбили мы его. Олуха этого. Так, будет еще волна, ребята, одна. Где только непонятно. Но она будет. Все, закончилось. Ну что, ребятушки, все проходит у нас хорошо. Все отлично. 1000 монет мы с вами зарабатываем. У меня 4630 голды. Ну, давайте попробуем еще 14 этапчик пройти по-быренькому, если получится у нас. Поехали, все по стандарту. Все очень хорошо у нас прокачано, ребята. Все очень хорошо у нас играет, все работает. Все, как говорится, пучком. Миньона берем и берем с вами мы вот эту штуку. Ну что же, давай смотреть, что здесь у нас такого интересного и страшного будет. Так, они опять будут идти снизу, и опять же будет все это дело идти вверх. Ага. Единственное, не знаю, откуда так. Ну, понятно, самое основное, это, ребята, снизу. И начинается с конников. Ёлки ты палки. Так, я уже кое-что начинаю догадываться. Я кое-что начинаю, ребят, догадываться, как у нас здесь все сейчас будет происходить дело. Угу. Скорее всего, так оно и будет. Они будут заходить в... А, вон, лестница сюда перепрыгнуть. Все, я понял. Так, лестница, перепрыгивать. Я генератор хоть влепил, хоть один-то. Да, у меня здесь есть генераторы, которые они почему-то не трогают. Самое интересное, да? Мне нужна капельная, ребята, ловушка. Вот она здесь будет стоять. Травить их потихоньку. Потихоньку будет травить. Так, ладно. Здесь, естественно, вот сюда надо было шипы мне влепить-то. Ёлки-палки, чё это я так... Опа! Опачки! Да ладно, вы серьезно что ли? Вот так вот быстро... Это для меня, ребята, был нежданчик сейчас на самом деле. Он сейчас запрыгнет, да? Хоп. И принцессу похитил.
Слушай-ка, надо быть предельно аккуратным в этом, ребята, уровне. Почему? Потому что он... Вот этот конник идет откуда-то снизу. Он... С каких он, интересно, ворот заходит, чтобы... Вот сюда, что ли, он заходит, да? И отсюда вылазит. Все, я понял. Я теперь, ребята, понял. Ладно, хорошо, начнем, естественно, ребят, с генераторов. Блин! Я даже не успел ничего сделать. Уже сразу же две волны. Да, ну, нафиг. Хорош, успокойтесь. Так, генератор поставим. Блин, куда я поставить его? Сюда, что ли, наверное? Давай вот сюда вот поставим. Плюс ловушка. Плюс, естественно, ребят, миньоны. Плюс гарпуны. С гарпунами здесь, наверное, надо будет нам как-то подружиться, потому что без них будет очень жестко. Так, два гарпуна. Это как-то, блин, кисло на самом деле. Так, хорошо, минус один, да? Он выходит вот отсюда. Он будет... Вот он уже идет, ребята, а как быть? Как же мне с ним, извините меня, совладать? Ну давай попробуем, ребят, потратить один ракетный удар. И это хоть как-то мне помогло, что ли? По-моему, никак, ребята, не помогло абсолютно. Гарпуны мои прикрывают, конечно, все это дело. Он идет к следующему. Подбили мы его здесь, ладно, удачно. Первую, как говорится, волну мы, может быть, с вами и отбили. Так, переходим дальше. Выше этажом. И тут, ребята, балконы, да? Опять же, здесь ворота, здесь, естественно, будет... Ага, и тут наверху еще тоже будет прикольная ловушка, ладно. Ладно, хорошо, давай мы с вами сделаем тогда вот так, поставим сюда. И здесь, кстати, тоже могут выйти, не только с балкона. Печалька получается, ребятули. Печалька, причем... Оух, щит! Давай хоть как-то, я не знаю, хоть как-то, ребята, там прикрывать наши тылы, блин. Так, а тут у нас еще и лучники, да? Тут, ребята, еще и лучники, ко всему прочему. Так, смотри, что происходит, ребята. Они подбираются сюда. А это же вот сюда идут ворота, да? Вот сюда на выход или нет? Точно, ребята? Они идут именно туда. Смотри, он сейчас появится вот здесь вот, наверху. Ни херашечки, я этого не позволю ему. Смотри, что происходит. Бомбят. Так, они бомбят. Здесь, соответственно, шипы должны быть везде. Черт подери. Инженеры ползут, да? Да, ребят, ползут инженеры. Так, над каждыми воротами, по идее, ребята, у нас должны быть щупальцы. Понимаешь? Мы еще выше поднимаемся с вами. Хорошо, ладно, предположим, еще выше мы с вами поднимемся. Сюда, естественно, всякие заморозки. Все, что вот, ребята, у нас есть, будем здесь выставлять. Так, принцесса на самом верхнем этаже. Там, ребята, у нас тоже есть возможность лестницы. И, скорее всего, они там пойдут. Что тут происходит? Ничего хорошего. Что-то там разбирает где-то. Понятно, они разбирают мои гарпуны, да? Тут мы видим, рыцари ползут. Так, давай мы вот, наверное, здесь где-то заморозку поставим. И генератор надо вот сюда, наверное, еще, ребята, нам поставить. Здесь, конечно, у нас маленькая-маленькая защита, если честно. Твою же мать, они проходят. Они проходят, ребята. Они ползут. Их здесь очень много. Там еще и конник, я смотрю, бежит. Так, поехали, ребята, сделаем залп. Сделаем для них, ребята, вот такой вот залп. Слушай, а это мне поможет хоть как-то? Как думаешь, а? Еще, ребята, один конь ползет. Да что ж такое-то? Эй, тихо. Подбили, ну неужели, блин? Мы его, ребята, ухоркали. Так, давай вот здесь вот попробуем его ловить. Есть, получилось, удачно все. Ребят, финальная волна, как вы видите сами. Нам только здесь продержаться бы. Просто продержаться. Очень будет сложно, почему-то мне кажется, потому что вот здесь вот, видите, да? Подъемчик идет некий, где они, скорее всего, будут выдвигаться. Так, давай сюда мы поставим ледяную ловушку. И нужно нам как-то вот здесь, ребята, все заделать вот этими вот щупальцами. Почему щупальцами, ребят? Ну, потому что щупальцы очень хорошо... бомбят. Мало того, что они снимают броню,
Так еще наносят колоссальный урон. Так, бежит, да, Архаровец? Ладно. Здесь нам нужно поставить тоже, ребята, миньонов. И, кстати, забыл. Вот сюда вот надо вот так вот, ребята, влепить две токсичные ловушки. Ну вот, видите, о чем я вам говорил. Все-таки рано или поздно они попрут. И они идут. Они идут. Супермен пойдет, ребята, напрямую полетит. Поэтому нам нужно вот сюда еще токсичную ловушку влепить. Так, Супермен тут, конечно, разошелся. Я смотрю, не по-детски. Подбили его, отлично. Так, они пойдут сюда. Выход будет вот здесь, да? Значит, нам надо вот сюда поставить щупальцы. И гарпун вот сюда бы, ребят, наверное, не помешало бы влепить. Ну-ка, давай посмотрим. Посмотрим. Оу, ничего не надо было, ребята. Мы прошли. Фух, ну что, дорогие друзья. Как видите, все у нас хорошо. В следующей серии, я думаю, мы с вами допройдем вторую часть. Потому что здесь остался всего лишь 15 уровень. И продолжим дальше играть в эту замечательную, интересную игру. Ну а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. All I want is, 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 all I want is